уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаемый Светлочка, здорово! Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Нет, я вам свой день прекрасный. Я двигатель. Дорогие друзья, а сегодня такой мощный день. Мы собрались все вместе, и мы будем отпускать наши долги и кредиты. Техника «Кораблик» называется. И когда его выполняют с большим количеством людей, чудеса происходят. Так, ну что, девочки, приготовили наши кораблики? Раз, два, три. Отпускаем долги и кредиты. Ура! Так красиво сели! Ура! Волшебство! Произошло волшебство! И какой у нас девиз нашей команды? Вместе мы... Банда! Сила! Сила! Банда! А, сила, банда. Сила. Раз, два, три! Вместе мы... Банда! Еще раз, третий раз! Раз, два, три! Вместе мы... Банда! Присоединяйтесь к нам! Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана, а так, кто меня не знает, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я бы сегодня хотела с вами поделиться такими инсайтами, сколько стоят документы для подготовки гражданства. Я сейчас готовлю документы на гражданство, и вот прям только что сделали документ, сразу хочу вам сказать, рассказать. Значит, перевод мне нужно паспорта было. Мы зашли в бюро, перевод паспорта на русский язык, 80 лир. А нотариус заверить рядышком 172 лиры. Это где-то вышло 250 лир. Также мы вчера сделали фотографии. Фотографии сделали, а также справку на муж о том, что он уже разведен и на мне женат. Ну, а сейчас, смотрите, нам принесли чекуфты. Ашка, вы подожди, нас вот так идем. Посмотрите. Мы решили забрать дома поесть, потому что мы недавно позавтракали. Вот, следующую информацию ждите. После завершения дела можно и расслабиться. А сегодня есть повод. Пятница. День Венеры, день влюбленных, любви. Малышкам сделали сюрприз, пригласил выпить пивка. Я так давно пива не пила. Тарканы, приятного всем аппетита. Радуйтесь себе по пятницам. Красьте яркую помаду. Любите и будьте любимыми, мои дорогие зрители. Кто-то чихнул. Вот так мы пьем пивко с мужем. Наш пакет. Наше пивко. Мой муж меня пригласил сегодня в ресторан. Награда за то, что я сегодня поработала. Ну нет, шучу, конечно. Так, и что за закусочки здесь?
песни надо брать позитив. Сбежали с этого ресторана. Мы пошли туда, потому что наш сосед там работает. Приглашал постоянно туда. Хорошее заведение. Музыка ужасная. Это депрессивным людям туда нужно и приходить. Мы час еле выдержали. Я надела свои наушники и слушала музыку с Ашкемом. Ашкем пересел ко мне. Это было что-то ужасное. И вот мы пришли домой, заплатили бешеные деньги, не знаю за что. Пришли домой, и посмотрите, за 15 минут я приготовила вот такие вот нохут, хумус, пататес, картофель, фасоль с йогурта и огурцов, сырок порезала. Ну и чиковте мы вчера купили. Ну а также вот у нас тарелка фруктовая. Ашкем такой недовольный. Ни кофе не предложили, ни чай, ни фруктовую тарелку. Вот вы видели сами, 5 наименований было, чуть-чуть вот этих мезеле. Это закусок, и все, на этом закончилось. Он говорит, если бы я знал, я бы не пошел. Вот сейчас у нас будет продолжение вечера. Всем привет, мои дорогие зрители! Я нахожусь на моем таком уютном островке на набережной. Что я делаю, чем я занимаюсь? Я рисую нейрографику. Походила 10 тысяч шагов и решила вот наедине с собой остаться, подумать, поразмыслить и порисовать. Сегодня воскресенье, вы, наверное, будете это смотреть попозже, так как я редко уже загружаю видео на YouTube и ищу для вас интересный контент. Поэтому все подряд не снимаю, что покушали, что поели, где поспали, где убрали. И вот, мне кажется, это интересный контент. Я сижу, вот, получаю удовольствие. Не могла найти место, чтобы сесть и порисовать. Вот никого здесь не было, уже смотрите, сколько вокруг. И туалет рядом, если понадобится, бесплатный. Вот, мои дорогие, так я провожу время. Сейчас порисую и побегу домой кормить мужа. Ну, а сейчас я уже заканчиваю рисунок. Сижу в таком замечательном месте. Покажу сейчас вам, где сижу. Еле с трудом нашла место для рисования. Вы представляете, столько людей повыходило сегодня на воздух. Все кушают, пьют, а я вроде бы все собирала, а бутылку с водой забыла. И здесь никто не возит, не продает. Так что я уже заканчиваю свой рисуночек, очередную нейрографику. Надо мне успевать сегодня, потому что завтра начинается мой курс, мои дорогие. Ну все, дорисую и побегу домой. Послушайте, мои дорогие, посмотрите на море. Ой, дыши, Светлана, дыши. Только вдоль набережной. Пикников везде, везде, друзья мои, везде стульчики принесут, коврики принесут и сидят и завтракают. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.